І у мене сидить за батарейка. Подивіться, яка це вийшла. Всем привет, вы на канале Ольги Швец. Наконец-то мои поиски в плане идеального стаканчика для кисти увенчались успехом. Вот эта потрясающая кружевная вазочка с кружевной тарелочкой, это не фикс прайс. Это я купила в Горизонте по цене где-то в районе 50 рублей. И вот этот прозрачный стаканчик с орхидеей тоже. Вот здесь у меня основные мои ходовые кисти, вот они здесь и здесь. И, в общем, поехали дальше. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я вам кое-что покажу, и это будет много-много-много чего всякого разного. Ничего не видел, покажу. И еще один важный момент, сухая очистка кистей. В профессиональных магазинах их продают по 500 рублей, это баночки с губками. Я вам предлагаю мыльницу и губку по 15 рублей, каждая позиция, причем 15 рублей мыльница и 3 губочки из Окинавы. Разве я могла пройти мимо губок из Окинавы? Это вообще исключено, поэтому я купила вот такие, да, они такие серебряно-золотые. И с их помощью я буду убирать тени со своих кистей, девочки. Сухая очистка рулит, потому что очень часто те, кто делает мои кистями, наверняка сталкивались с тем, что вот сейчас я накладываю эти тени, наношу, сейчас следом другие, тут надо вот подтушевать, тут надо еще наложить, и бамс, и нету кисти под рукой нормальной, чистой. Вот на такой случай... Сейчас покажу, что нужно сделать. Всего-то навсего работает 1000%. Поилузили кистюлей по вот этой губке, и все, она снова чистая. Вот так вот. Подписывайтесь на мой канал, если эта информация была для вас полезная. Сегодня я пересаживаю. Вот мои небольшие покупочки. Я нашла такую новинку от Max Factor. И вот такие вот тени, позиционируется, что это тени OTF. Вот такой карандашик для бровей я купила в бренде Steel, потому что мне очень понравилась их помада, которую я взяла, я вам ее обязательно сейчас покажу. И видите, они перекликаются с TF, с лаком Jean-Michel, который я приобрела в фикс-прайсе всего за 53 рубля. Вот такие помады, вот такие помады от Wet n Wild я использую постоянно. Та, которая красная справа, она дает насыщенный розовый, средняя по центру такая розовенькая, не очень стойкая и очень ярко проявляющаяся розовая. Две помады от Maybelline. Обратите внимание вот на такой спрей от Spa Планета Алтай. Утверждают, что он с серебром. В общем, это мои небольшие косметические покупки. Помаду от Steel я почему-то не могу найти. Поищу еще и обязательно вставлю в это видео. Вот такие миниатюрки от Dr. Bauman. Я сделала тестирование. Мне пришла на тестирование сейчас солнечная серия с SPF содержащие. Обожаю, не могу, девчонки, люблю. Я купила помаду, она вот просто такая припыленная роза, похожа на мою Нубу. По качествам, а обалденная помада, девочки. Она как раз вот сочетает в себе все из бюджетных, что мне хотелось бы видеть в помаде. То есть она дает и цвет, и увлажнение, и выравнивает. Потрясающая штучка. Потом я сделаю обзор на вот эти баночки, коробочки от Dr. Bauman.
Я могу сказать, что я достаточно в летнее время, поскольку сейчас идут дожди, эта косметика работает лучше. Вообще она профессиональная для салонного ухода, но вот солнцезащитная, как бы тоже сейчас я пользуюсь, и мне нравится. Если вам интересно, то, пожалуйста, пишите, я сделаю обзорчик. Ну, девчонки, у меня тут был момент, косметики-то вообще горы, вагоны, девать некуда. Я просто открыла для себя этот бренд. Я обожаю эту помаду. Я наконец-то нашла помаду моей мечты. Я в ближайшее же время пойду и закуплюсь разными оттенками, потому что это потрясающая помада. Я ее просто обожаю вообще. За 180 рублей в Севере я купила ее. Всего за 180 рублей. Не помада, а бомба вообще просто, девочки. Я могу пить оды ей бесконечно, поэтому... Сейчас я просто говорю себе лично, заткнись, поехали дальше, что нового. Как бы видео из серии чудес не бывает, бюджетка классная, но сами видите, вот все пигменты попали под дождь. Это Эвелин. Еще один раз включение, это такой влог. Я купила две палетки, фейковые, не фейковые, но они мне очень понравились. Я сейчас их открою и покажу. В первую очередь, конечно, для меня важны палетки. Сейчас я на них сосредоточусь. Вот на обороте у них стоит номер. Вот в таких они коробочках. На коробочках тоже указан номер. Сейчас я их открою. Давайте посмотрим, что внутри. Вот такие оттенки. Меня просто пленила гамма. Она очень классная, нюдовая. С серыми идет вкраплениями тауповыми. Из недостатков сразу скажу. Собачка передает вам привет. Из недостатков заляпывается палетка точно так же, как в Nudes Maybelline. В общем, они классные. Они классные. Я их еще потестирую в жару на разных базах и составлю более подробный отзыв. Your shoes are sick.